Всю жизнь моя Ажар Ажи проработала в детском доме. Дети звали ее мамой. Они жили большой дружной семьей. Ажика много рассказывала о своих воспитанниках. Они вырастали, покидали детдом, создавали семьи. Слушая ее, я искренне хотела, чтобы каждый ребенок был долгожданным и любимым. Дети – наше все, и все лучшее для них. Мы должны оберегать их, давать хорошее образование. Дети, волею судьбы, оставшиеся без мам и пап, не могут быть бесправными. Государство и общество должны поощрять усыновление сирот и строительство детских домов семейного типа.